Jachaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad bhubo bhavanti kurvanti chaisham muhuratmamoham tasmai namananta gunaya bhavne Jachaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad bhubo bhavanti kurvanti chaisham muhuratmamoham tasmai namananta gunaya bhavne Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что логика, логическое понимание не может находиться на пути к абсолютной истине. Шишила Прабхупад говорит, что если мы примем прибежище у логики, у логического какого-то понимания, жонглирования, то в этом случае у нас не будет возможности встретиться с той абсолютной истиной. Абсолютная истина, она пропадет. Она пропадет от нас. Когда мы будем спорить и развивать свою логику, то абсолютная истина, она пропадет. Я пример из Упанишадов могу привести. Парабрахма. Никто не может сказать, что мы знаем Парабрахму полностью. С различных точек, углов, точек зрения саду Гуру Вайшнавы, Муни, Риши, они пытаются понять. Но никто не может сказать, что они знают Парабрахму. Полностью никто не может сказать так. Это невозможно. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что эти небеса не бесконечны, и поэтому птица может летать в небесах согласно своим способностям. Хорошо, может, в этой жизни она не может летать так высоко, но различные птицы согласно способности их к полету, они летают на определенной высоте. Но опять же, никто не может в космосе летать. То есть так настолько высоко, не все могут прям на безграничную высоту взлетать. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он приводит такой же пример, что мы пытаемся сделать лучше, что мы можем. По милости Верховного Господа мы можем что-то узнать до какого-то определенного предела, до которого Господь позволит нам. Но для прамабхакт, которые живут внутри Вриндавана, к ним это условие неприменимо. Но тот пример, который я хочу вам привести из Упанишад, таков. Девасур Санграм была борьба между демонами и полубогами. И полубоги они победили. Индра, он очень возгордился из-за того, что они победили этих демонов. Что какие-то глупые демоны были побеждены, он возгордился этим. И царь Кратванга и прочие случаи мы знаем. Они, такие личности, помогали полубогам в их войне с демонами. И полубоги, они сами не могли сражаться с демонами, позвали царю Кратвангу, чтобы он помог им. И много раз мы видели, такое случалось, но все же Индра Махарадж думал,
что я царь небес. А кто он? Он гордился тем, что он царь небес. И в Бхагаватам Махатме, прославление Шримад Бхагаватам, там ясно сказано. Кто счастлив? Вы думаете, Индра счастлив? Нет. Нет надежды даже. Он не может жену с собой забрать. И вот жена иногда остается одна без него. Такое его плачевное состояние. Это состояние небес, каких-то райских планет. И даже у Индры нет такого настоящего, безупречного, вечного счастья, такого нету. Есть какое-то временное иногда, и все заняты этим радостью и горестями в этом мире. Это такой изменчивый материальный мир, известен он нам. И суть в том, где мы можем обрести полное удовлетворение и неудовлетворение, и где есть спрос, там и предложение. Если у нас не было бы потребности в неудовлетворении, его бы не было. Эта потребность, она из-за этой потребности, это неудовлетворенность, она есть. Если у нас будет потребность в Кришне, то мы обретем его. Мы и чужаки в этом материальном мире. Все, кажется, все они чужие в этом материальном мире. Мы должны вернуться в тот вечный духовный мир. И вот Индра. Он победил в этой борьбе с демонами и возгордился, и Парабрахма решил проучить его. Он в форме какой-то души, обычной души, пришел к его воротам на сваргу и посмотрели, никто такой, какое-то необычное творение, все были удивлены, видя это создание. Какое-то ужасное, якша какой-то ужасный. И после этого Индра, он узнал. И вот Индра, он послал Ваюдева. Полубога Ветра, чтобы он пошел и спросил, кто он такой. Он пришел и спросил, кто ты. И этот Парабрахма в форме якши сказал, а ты кто? Я Павандев, ты не знаешь меня. Не знаю, я очень могуществен, я могу сдуть все, что угодно. За долю секунды, что действительно ты так могуществен. Ну вот, соломинка, давай. Можешь ли ты ее сдвинуть с места? Он пытался и ничего не смог сделать, этот Ваюдев. И таким образом Варунадев, потом Павандев, Агнидев и прочие полубоги соответствующих стихий, они по указанию. Индра шли к этому якше спросить, кто он такой. Агни сказал, что я полубог огня, могу сжечь все, что угодно. И он попросил сжечь эту соломинку, и он не смог ничего сделать. И таким образом они вернулись ни с чем. Индра был уже очень заинтересован, как это мои спутники. Они настолько могущественны, не могут узнать, что это такое, какова же причина, то я сам схожу. И вот они, он пошел к этому странному якше и спросил. А тем временем тот якша пропал. Когда он пришел узнать, кто он такой, Брахма, он, этот Парабрахма, он исчез.
Но Брама услышал голос небес. И Ума, это, ну, чей голос был, он сказал, что это Парабрама. Ты слишком возгордился, и он пришел, чтобы проверить тебя. И поэтому никогда не гордись. Все совершается Верховным Господом Брамой, Парабрамой, Паратваракилишваром. Все прямо или косвенно, все совершается им, Верховным Господом. Ничего не может быть сделано кем-то без него. И такова ситуация. И та шлока, с которой я начал, она очень важна, она из Бхагаватам. И вот майя, она подобна иллюзии пандита, они спорят друг с другом, не могут прийти к какому-то общему решению. И вот я начал с той шлоки, и Шрила Прабхупада сказал, что как только вы будете пытаться надеяться на помощь своей логики, своих аргументов, то это абсолютная истина, она исчезнет. И мы не сможем обрести его, ее. И мы должны следовать Шаута Парампаре, и такова система. Если мы находим различные пандиты, спорят друг с другом, но мы уже знаем, вот из Махабхараты и прочих писаний. В Веданта Сутре мы находим такую же шлоку. Тарка, логика, она не может находиться на пути к абсолютной истине. Что-то там, что-то здесь написано. Три Упанишата. Одно говорится, в другой Упанишате другое. И вот в этой шлоке говорится, что Госвами не спахтали этот бесконечный океан Писания и извлекли суть из этого океана для нас, подобно сливкам. И мы должны принять прибежище у Шраута Панхи. Но есть спор, происходит в различных местах о Татва, о изначальной Татве. Кто-то говорит, что Верховный Господь есть, кто-то говорит, что Верховного Господа нет. Буддисты утверждают, что все ноль. Шуньявада, их философия. Майявади говорят, не прямо говорят, что ничего нет, но косвенно говорят, что есть безличное Брахма, бессильный. Махарадж что-то скажет, что касается предыдущих дней, хотя это долгое время займет обсуждение, но что делать нужно.
затронуть эту тему, и вот кто-то говорит, что Господь есть, но Он безличен, бессилен и прочее. Если вот Майавади принимает существование Господа, то говорят, что Он безличен, но мы знаем из Тарка-шастры, что если вообще чего-то нет, нет сомнений в существовании чего-то. Поскольку если этого нет, то сомнения в его существовании не возникают. А если мы думаем, есть это или нет, то это уже одно косвенное доказательство, что это объект существует. Как, например, мы говорим, как, например, это есть какая-то пословица на санскритском, что у лошади яиц нету, они не несут яйца. Поскольку и так все знают, что лошади яйца не несут, и сомнений в этом ни у кого не возникает. Или еще пример, что если что-то сделано из камня, то оно уже из золота не сделано, и наоборот, соответственно. И кто-то верит, например, в том, что Верховного Господа нет, кто-то сомневается в том, что его нету, кто-то думает, что есть Господь или нет, то их это не касается, какая разница, есть Он или нет, то это их никак не касается, поэтому живут так не думая об этом. А кто-то уверен, что Господь есть, и вот три такие группы. Между ними спор постоянно идет, и я могу пример привести. Те, кто говорят, что Верховного Господа нет, они глупы, поскольку то, что не существует, этого объекта, мы не можем спорить на ту тему, что Господь есть или нет. То есть, если бы Господа не было, и сомнений в Его существовании тоже бы не было, и в Его отсутствии тоже. И вот пример, кто-то ушел в Варанаси, например, на месяц. Кто-то пришел поискать его, где он дома или нет. И какие-то эти его родственники, которые дома живут, говорят, что его нет. Но если этого человека нет дома, что это не значит, что этого человека не существует вообще. Это значит, что человек нет дома какое-то время. Как сейчас вечер, например. Если вечер еще не наступил, это не значит, что вечера никогда не будет. Вечер когда-то наступит. И вот такие аргументы не могут находиться на пути к абсолютной истине. И вот если так человек куда-то ушел, он домой когда-либо вернется. И если кто-то говорит, что человека нет, это не значит, что этого человека вообще не существует. Он просто ушел куда-то. Из-за его существования как раз возникает вопрос, есть он или нет. И вот те майявади, в Чайтани Чайтамрите говорится, что Чайтани Махапрабху говорит так, чтобы дать нам предостережение. Бед мухе майявад буддхо ке адхи.
На какое-то время Шанкара, аватара было очень важно для Шанкара, чтобы он явился в этом мире и для того, чтобы, по крайней мере, существование вед утвердить, поскольку эти буддисты не верили в веды. Они хотели все уничтожить, все существование вед, но, по крайней мере, этот Шанкарачарья, он явился и утвердился, он утвердил существование вед. Но это не наивысшая цель. И Махапрабху, он что хотел сказать? Что это очень опасно, что, держа веды перед собой, он доказывал что-то, что очень опасно. И обычные люди, они не могут понять, они в опасности. Как если я хочу доказать им, что я Гуру Севак, но сам хочу использовать имя и славу Гурудева в своих корыстных мотивах, чтобы получить славу, имя, почет, уважение, и глупые люди, они не видят все, поклоняются такому Гуру Севаку, думают, что он преданный, а он о себе думает, что он преданный, но это обман просто. Но не все это понимают. И вот открыто, если вообще это известно публике, что мы демон, это хорошо. Но если такой демон скрывается под личиной преданного, и нету преданности в его сердце, одни проблемы, и майвада, и прочее, поскольку он не верит в гуру вайшнавов или хочет пользоваться их репутацией, это тоже демоническая деятельность, в этом проблема. И вот говорится, Махапрабху говорит, это майвада, она более опасна, чем буддизм, поскольку в буддизме видно, что они не верят в Ишвару. Шуньявада. Они не верят, и поэтому мы можем контролировать себя и не ходить в те места. Но как понять, что те, кто использует славу, имя, вед, и проповедует всякую ересь. И Махапрабху таким образом говорит. Вы можете вспомнить какой-то диалог возник между Пракашанандой Сарасвати и Шиманом Махапрабху в Варанаси. Вначале всего я хочу факт такой рассказать, какова основа майявады. Какова основная теория майявады? Основа майявады в том, что не вера в гуру вайшнавов и Бхагавана, и отсутствие веры в их вечное существование. Бхагаван и всех его спутников и атрибутов в материальном мире, все, что мы видим, они говорят, что это сон. Они так говорят и говорят, что это все не существует. И вот главное в майваде доказать, что ничего нет, Верховный Господь просто безличный браман, у него нет никаких шакти и прочее. И таким образом они всегда пытаются найти какие-то шлоки в Упанишадах, в Веданте, которые утверждают это превосходство их теории. Они говорят, что смотрите, это в Упанишадах написано, это в Веданте. И вот как они, например, говорят. Вот такие слова. Таттвамаси. Они хотят доказать, что только Брахма есть, и кроме него ничего. Джив никаких нету. Кто такие дживы? Они говорят, что джив нет, все, Брахма. И Брахма, когда он искажается, то в форме джив, в
это он приходит, и это подобно сну. И вот таким образом хотят показать, что этот феноменальный мир, он ложен. Только Брахма есть, и нет ничего иного. Это главная теория, и поэтому Шанкарачарья в своем даршане, он даршан Шанкарачарья Кевала. Кевала Двайтава, да. Это там, где нет концепции двойственности. Там только Брахма там. И нет ничего иного. И вот они хотят какие-то шлоки из Упанишат и прочих собирают, что дживы нет, все Брахма и прочее, что и что. И вот Атвама Оси значит. И вот они. И вот они утверждают, что все вы Брахма, что все Брахма, только Брахма есть и ничего иного. Но наш Гаудия Даршан, мы можем найти настоящее значение этого, этих шлок. И вот эту шлоку они объясняют так, но мы Гауди, как мы объясняем эту шлоку? Вот Тасио Твамаси. Тасио значит. Что мы все слуги того Верховного Господа. Не Таттамаси. Не Таттамаси. Вот на санскрите это так, а не так. То, что мы качественно, мы похожи на Господа, но они по-другому, майвади, они по-другому объясняют. Они хотят воспользоваться преимуществом этой шлоки. И вот Брахма, например, он чинмой, и наш дживы, они тоже чинмой. Тоже трансцендентный. Джива это чит частичка, но она випху читания. И Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, иногда мы видим одна дживатма, очень малая дживатма чит и когда совершая баджан, принимая какую-то форму, как обычные люди, и сообщая, и в общении с Вайшнавами она совершает баджани по какой-то великой удаче, если такая джива достигнет успеха в своем баджане, то тогда она может спасти весь мир, она джива может обрести такое великое могущество, и поэтому в киртанах говорится, что Брахманда Тарита Шакти, вот, что не только бесчисленные дживы существуют в этом, а то, что настоящий вайшнав может спасти не только джив во всем этом мире, а во всей Брахманде. И вот Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, Прабхупад, Шивананда Прабху, Шринивас Ачарья, Адвайта и прочие, они могут спасти весь мир. Любая частичка, когда она обретает связь с чистыми саду, то тогда они тоже обретают эту силу, как, например, пример я привожу. Как какой-то опасный воспламеняющийся объект, как керосин или бензин какой-нибудь, если случайно искра соприкоснется с этим воспламеняющимся объектом, то смотрите, в этом случае
Это искра может попасть в этот легко воспламеняющийся объект и стать причиной большого огня. Вот сейчас она приняла какую-то огромную форму. Это не значит, что мы можем жить, просто глупо жить своей жизнью. Мы тоже можем обрести такую силу, как эта искра, которая смогла поджечь огромный огонь. И вот мы можем обрести силу в... И вот кто есть такое утверждение, что мы не пользуемся полностью возможностями своего мозга и всего тела. А если мы примем решение, то все. И мы можем... Благодаря баджанам мы можем видеть прошлое, настоящее, будущее. Если мы посмотрим на кого-то, то увидим, что в этом человеке все совершенства могут прийти нам, к нам благодаря совершению баджана. Ну, все, что мы можем, то, что приходит к нам, мы можем предложить Верховному Господу и принять как его просад. Если дживатма, она достаточно искренняя, это очень важная тема, если дживатма по-настоящему искренняя. Если дживатма не искренняя, тогда риск я не могу взять на себя. Только единственное, что мы должны делать, это мы должны иметь полную преданность. То, что первое, что мы должны делать. И тогда все другие качества Гурудев даруют нам. Все другие качества Гурудев он даст нам. Вот в этом киртане говорится. Сара значит единственное, что мы надеемся, это без причины милости от Гуру Вишнавов, но наша обязанность в чем? В том, что мы должны предаться им, и поэтому Нитьянанда Трайдаши я могу вот, обсудить вот эту шлоку. No, mama, humiti, sosi, galo, hache. This look I can start in Nityananda Tridash. И вот эту шлоку, с этой шлоки я начну в Нитьянанда Трайдаши, и таким образом дживатма может она искра, подобно искре такого безграничного создания. И ну, когда эта искра, она соприкасается с воспламеняющимся объектом, то она может обрести такое огромное могущество, как огонь, как пожар. И вот душа по качествам, она... похоже на Верховного Господа. Но не полностью. Она несовершенна, просто как-то немного по качествам подобна, поскольку те чинмои дживатмы, они мельчайшие частицы. И вот там они должны служить этому объекту, Верховному Господу, а не его вечные слуги. Я вернусь к этой дживатма татве, и вот сейчас они хотят доказать, что этот мир он ложен, и то, что Брахма, он исказился и появился в форме джив. А как это возможно, что Брахма вообще исказился? Хотя в Брахма Самхите и везде мы находим вот такие слова. И как можно сказать, что Брахма исказился? Это глупо.
Говорится, что Брахма безупречен. Никогда не может быть искажен как-то, как-то кто-то исказил Брахма. Это невозможно, это в своем определении. Он вечно чист, настолько безупречен, что мы не можем ожидать такого. Но как это глупо утверждать, что Брахма, он исказился. И такие люди, которые утверждают это, они не верят в шакти, в силу Брахмы. Они не готовы принять эту двойную татву. Они думают, что если мы поверим в это, в другую татву, то это моя татва, она... Они не смогут вот вторую поддерживать Кевала-двайта-вада. Они думают, что если мы поверим, что есть какая-то шакти этого Брахмы, то тогда мы, наша система будет, майя-вада будет разрушена. И хотя наша ачинтия беда-беда-татва, я могу говорить о ней достаточно долго, время от времени, и вот Махапрабху. Он приводит такой аргумент этим майяваде. Лидер майяваде был Пракашананда Сарасвати, и как можно поверить, что нет шакти, если не было бы шакти, а только Брахма. И Махапрабху говорит, смотрите, в этом материальном мире мы находим, что если есть какой-то философский камень, который в соприкосновении с железом, это железо становится золотом, кто не знает. Даже те ученые, те, кто недостаточно глупы, они верят, что должен быть такой камень. Нет, не только это. Наш Санатана Госвами, он уже получил этот камень. И вот, хотя он... И вот почему это невозможно? Это должно быть возможно. Должна быть какая-то особая сила этого камня. Что, когда этот камень... Stone coming in contact with iron, then maybe that stone having that kind of power. Железом и у этого камня может быть такая сила, что он изменит молекулярную структуру этого железа, и железо станет золотом. Поэтому это возможно. Почему нет? В химии, в периодической таблице Менделеева мы увидим уран, плутон и прочие вещества, которые могут couple from England. They are very poor, very poor, very poor. They started doing research which pitch blend. From one factory they're going to throw pitch blend as waste product. And Jeliyoguri, Madanguri, husband and wife used to collect it like ghost, you know. You cannot have those who are under cultivation doing the desert, doing farmer, they are not going to put this kind of energy. И вот Махарадж пример приводит. Что когда руду добывают для урана, то добывают огромное количество, потом ее обогащают и извлекают достаточно очень малое количество чистого урана. И в итоге потом и вот в истории химии никто не может забыть этого человека. Столько энергии он посвятил этому. Все ученые, они the one day actually what thing happened? И вот однажды что случилось? Madan Jeliyoguri in a table, the dryer was there. Inside was some film was there. Film, you know, film. You know film? Don't know film? Really? Foolish? Without film, how we are getting picture? Film.
put a flame inside, they put the flame inside the drawer. At the same time, the uranium piece and small piece were also there. Ну вот как вы открыли, хорошо сказывают, как открыли радиацию этого урана эти ученые. Они как-то случайно положили пленку в шкаф с ураном. И с утра, когда пришли, увидели, что пленка вся испорчена. Как это возможно, они начали думать, что случилось, обнаружили уран. И там следы света были, откуда свет был, в шкафу в закрытом было. И вот на следующий день они опять попытались. То же самое случилось, и они думали, что, возможно, этот кусок урана, он радиоактивен. И наверняка он какой-то радиоактивный. И впоследствии... Мы узнали, что альфа, бета и гамма излучение исходит из этих радиоактивных элементов и впоследствии, как эти рентген был возможен тоже по такому же принципу. Итак, вот этот рентген тоже с помощью радиации происходит, и благодаря ему можно видеть кости и прочие внутренние органы. И Махапрабху, это было доказано таким образом, и Махапрабху хотел доказать нам, что в этом материальном мире у нас есть свидетельство, что вот философский камень, он есть, и если этот философский камень прикоснется к железо, он станет золотом, и Акбар-ваца хотел получить такое спаршамани, философский камень, но не смог найти, поскольку этот человек, которому Санатана Госвами дал этот философский камень, он кинул его в Ямуну, но потом не нашли. И если это возможно, то почему бы... То есть если этот философский камень может, прикоснувшись к железу, сделать его золотом, то одно из доказательств существования этого, то, что уран, если он долго лежит, то он деградирует и становится другим элементом, его молекулярная структура изменяется. Вот Махарадж, когда изучал эту химию и прочие науки, то там считалось, что этот уран какой-то наивысший этот, этот элемент. Но потом выяснилось, что если он лежит, он деградирует и трансформируется в другие элементы. Если это возможно здесь, то почему невозможно существование какого-то материала, который может превращать железо в золото? И вопрос в том, что если какой-то философский камень может изменять другие предметы, чтобы они стали золотом, то как мы можем сомневаться в Брахме, который также может изменить всех других, при этом сам остается неизменным. И вот Махапрабху привел пример, и они не могли ответить, поскольку у них нечего было им ответить. И вот согласно Ачинтья Абеда Татве, вчера я говорил о Рамануджа Татве и прочем. Почему же Чайтанья Махапрабху, он принял Шакти Татву, особую Шакти Татву от Рамануджа Ачарьи, чтобы утвердить Ачинтья Беда Беда Татва. Беда Беда уже была. Двайта значит Беда Беда, но в Нимбар
Имбарка Сампрадая уже была Мадхвачарья, также это долгая тема, можно годы говорить об этом. Мадхвачарья, он тоже иногда показывал этот даршан. И вот Майавади, они хотели принять помощь от каких-то шлок, которые доказывают их точку зрения, но это такое низкое значение этих шлок, которые они принимали. Как, например, какое-то слово имеет одно значение, есть общее значение и какое-то местное. И если это слово местное значение какое-то имеет, но если в общем виде более обширно смотреть, то эти слова могут иметь другое значение, как на санскрите, например, сарвадешик и экдешик. Экдешик значит что-то местное, а сарвадешик значит все общее. И вот таким образом Махапрабху говорит, но что нового в Гауди Матхе? Новое то, что Ачинтья Беда Беда. Ачинтья Беда Беда. By the indication of Mahaprabhu, Jiva Goswami produced Achinta Vedave, inconceivable. Это непостижимо, то, что наш ум не может постигнуть. Бесчисленные дживы, они, если вместе соберутся, будут думать над этим, но ничего не смогут. Brahma cannot be known, foolish. Why they never coming to Vaja? Therefore, going to show this point, it is written. Майавади вот утверждает, что Брама не может быть познан. Yato vacho nivartante aprapa manasasa. Mind and speech all can come back with a feedback. Come back. Cannot come more successful. So you leave all your effort to do. И вот Майавади говорят, что раз Брама не может быть осознана, то и толку изучать его нету. Но смотрите, все писания, они указывают на Браму. А что это значит? В Ведах Бхагаван Шри Кришна говорит. Brahma. Then why you are coming to Dubai? Foolish. Whereas if it is not possible for you to know Brahma, but when I become Brahma, how I can know Brahma? И вот Шрила Бхакти, он такой, наша Гурва Гадая, такой пример, что если мы хотим проверить, как настолько сладок сахар или какой-то сладкий шарик, и если мы хотим сами стать сахаром, то как мы сможем познать эту сладость сахара? Если мы сами станем сахаром, то как им можно постичь вкус сахара? И Бхактивинода Тхакур говорит, что это глупо. И если кто-то хочет стать Брамой, как он узнает Браму? Вкус Брамы — это невозможно. Как в случае с сахаром, и вот все, что говорят Майавади, это все ложно, можно один за одним разбить всех их утверждения. Вот это шлока, например, что материальные звуки, материальные попытки, они не могут достичь успеха. Материальный звук, материальные попытки, усилия не могут стать успешными. И Сарабхам Бхаттачарья, он спорил с Махапрабху. No hands and leg of Supreme Lord is written. Вот в этой шлоке говорится, что у Господа нет рук и ног, но он находит и видит
и делает все остальное. So many things it is written, Apani Bhat, no hands only, nothing there. Pashatiya Chakshu, Srinatiya Karno, no eyes, by looking everything. О, Господа, нет глаз, но он все видит, нет ушей, но он все слышит. И Сарабхама Бхаттачарья говорит, вот что доказательство. И Ядвачарья он был подобен демону и сравнивал глаза Вишну с задней частью тела обезьяны. Он был майявади, у него не было веры в Господа, и поэтому у него были такие сравнения. Махараджа опубликовал одну книгу, которая одобрена Шрилой Прабхупадой. Там обсуждение, описывается обсуждение Веданты Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарья. Нилачала Веданта Вакья называется. И вот таким образом, смотрите, Махапрабху хотел доказать, что хорошо, а Панипат из то здесь говорится, что Господа нету руки ног, но он ходит быстрее всех. Out of your love, what do you mean to say? What do you mean to give? And there is no eyes, but you can see. Вот говорится также, что у Господа нет глаз, но он все видит, нет ушей, но он слышит. И поэтому можно увидеть прекрасную шлоку в Брахмасамхите. Jasindriyo sakalindriyo vittimanti pasanti panti kalayanti chiram jaganti. Any of his sense organs can любые из органов чувств Господа могут исполнять hand can eat работу других органов, как глаза могут есть, и руки могут есть, и руки видеть могут, что это. Но в случае с Господом его одни органы чувств могут исполнять обязанности других. Любые органы его чувств, они полны могущества, которое есть в других органах чувств также. И как это возможно? Да, это возможно. Почему бы и нет? Я уже пример привел, может, два года назад, я забыл, что одно из имен змеи – Акишрава. Акишрава. Это значит, что так, кто может слышать глазами. Змея может глазами как и видеть, так и слышать. И таким образом, если мы видим такие качества в материальном мире, в каких-то змеях, то как можно сомневаться в могуществе Верховного Господа, если какая-то змея имеет такую способность использовать глаза, чтобы слышать, то почему Верховный Господь не может сделать этого?
И вот Махапрабху говорит, Сарвабхаума Бхаттачарья был побежден, и он вынужден был признать, что и вот Сарвабхаума Бхаттачарья, когда он увидел прекрасную форму Сарупа Верховного Господа, он упал без сознания, поскольку могущество Даршана Верховного Господа, он не смог, это Даршан был настолько могущественен, что он не смог этого принять. Если я хочу использовать, например, алюминиевый кабель для передачи какого-то большого тока, то этот алюминий, он может испариться от высокого тока. Он не сможет потерпеть такую мощность, которая через него должна была бы пройти. И также я могу сказать, что то чит-сила, которая есть у нас, может, мы совершаем баджан наполовину. И когда Верховный Господь явится нам, мы не сможем потерпеть этого. Мы будем ошарашены Его огромной бесконечной силой. И таким образом Сарвабхаума Бхаттачарья, он буквально сошел с ума. Он упал без сознания, и Махапрабху прикоснулся к нему. Он пришел в себя. И Махапрабху сказал, перед тем, как и вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он начал произносить сотни стотр стихов во славу Махапрабху. И после того, как он их закончил, Махапрабху благословил его. И он сказал, ты прославил меня через сотню шлок. И ты вот их сразу сочинил, не просто сидел, что-то сочинял, а моментально. Подобно ветру. Ты произнес эти шлоки, и ни одной ошибки не было в них. Поскольку тем временем все ложное эго, вся гордость, она ушла. Почему не было ошибок в его шлоках, когда Дигвиджай Пандит, он тоже не, это не так просто. Или Кешав Кашмири, он был великим ачарьей в своей сампрадае. Как в случае этот, он тоже был великим пандитом, но все же он не смог сочинить эти шлоки без ошибок. Там вот эти были различные ошибки. Махапрабху указал ему на них, что ты вот такие ошибки совершил. Как это ж невозможно? Как невозможно? Вот смотри. И вопрос мой в том, почему Дигвиджай Пандит не мог сочинить шлоки идеально, хотя Сарасвати пребывала на его устах, а Сарвабхаума Бхаттачарья, он смог сочинить эти шлоки тоже на лету и идеально, безупречно. Почему? Первое, то, что у этого Дигвиджая Пандита в то время он был очень горд, он был полон ложного эго. Ложное эго значит невежество. Перед Верховным Господом, если мы будем слишком гордиться, то мы совершим двойную ошибку. Но в то время, когда Сарвабхаума Бхаттачарья хотел объяснить или прославить, то ложное эго его, и когда он хотел прославить Господа, то ложное эго его ушло. Он уже обрел милость Махапрабху. И поэтому, поставляя форму Махапрабху, он не совершил ни одной ошибки. И вот таким образом те майявади, они хотели доказать, что они не могут поверить в шакти. Махапрабху спрашивал, почему вы можете поверить в шакти? И вот они говорили, если мы поверим в существование шакти, то концепция майявады, она развалится.
И вот Пракашананда Сарасвати был вынужден признать, что ты Нараян, ты, я вижу все признаки Нараяна в тебе, и нет никаких сомнений в этом. И почему Шри Чайтанья Махапрабху, мы придаем такое значение Шри Чайтанья, а почему Махапрабху придало значение Рамануджа Сиддханте, поскольку в Рамануджа Сиддханте есть нечто важное, вещество Адвайту Ваду, я могу кратко обсудить. И главное, что к чему я хочу прикоснуться, к Рамануджа Сиддханте, почему это вещество Адвайта Вада зовется? Вещество Адвайта Вада, почему? Поскольку Рамануджа Ачарья, он говорил, что джива, бесчисленные дживы, и это и природа, и пракрити, это доказывает, что у нее есть особое свидетельство о том, что Брахма, он в форме такой. Брахме не нужно понимать какую-то форму, но Рамануджа Ачарья сказал нечто важное, что Брахма, Брахме не нужно перетерпевать никаких изменений и искажений. Рамануджа Ачарья сказал, что Брахме не нужно претерпевать какие-то изменения, это главное. Это действительно так, это то, что мы получили по милости Махапрабху Шакти Сиддханту. Вишишта Двайта Вада значит особенность. Брахма мы не можем видеть, но Брахма как джива и весь этот материальный мир в Бхагаватам также. На санскрите стула-рупа называется, безграничный материальный мир — это одна из форм Верховного Господа, его проявление. И в Бхагаватам во второй песне описывается, как эти облака, например, они подобны волосам Верховного Господа, и остальное в Бхагаватам описывается, эти холмы и все деревья, они подобны волосам на теле Господа. И вот Рамануджа Ачарья, он утвердил вещество Адвайта Ваду. Значит, там особенность Брахмы через джив и пракрити. И вот это вещество Адвайта Вада. И эта шакти-таттва, она была принята Махапрабху. Махапрабху, он хотел выбрать несколько теории с различных сампрадай, чтобы доказать, что Ачинтья Абхеда — это наивысшая истина, благодаря которой можно перевести все в гармонию. И вот все эти четырех ачарий, у каждого не хватало чего-то. И вот он привел все в гармонию, и Махапрабху, он хотел взять каждое из, от каждого из четырех ачарий и показать, что вы практически правы, но тут этого не хватает. И поэтому он создал такую, привел это в гармонию и создал Ачинтья Бхеда Абхеда Таттву. Ачинтья значит непостижимо. Но мы не знаем Ачинтья. Также значит, Гаудии очень прекрасно объясняют это слово. Ачинтья значит не только непостижимо. Ачинтья не только это значит. Ачинтья также значит другой уровень, где наш ум не может достичь, там, где только любовь, према может достичь, это самый уровень, там, где все приходит в гармонию само собой.
Ачинтя значит, есть другой уровень, на который, если вы достигнете, вы увидите, все находится в гармонии, никаких сомнений там. И на основе наивысшей расататвы вы увидите, что все в гармонии, и не будет у нас никаких сомнений. И вот от Рамануджачари Махапрабху хотел взять это, что такое Шакти Татва, то же самое, что наши Гаудия Вайшнавы говорят, Брахма. Брахма Шакти, она приняла форму, которая не отлична от Брахмы. Но Рамануджачари говорит, Брахме не нужно проходить через различные изменения и искажения Брахма, он может находиться неизменным, и Махапрабху тоже поддерживает эту точку зрения. И у различных философий Рамануджачари я могу тоже говорить, но потом, почему Махапрабху говорил о важных вещах с Мадхава Сампрадая, о том, что у них есть огромная любовь к Сачитананда Сварупе, к Виграхе. They are also somehow going to believe, but Sachidananda Vigraha, this point is specially approved in Madhvacharya. Это Сачитананда Виграха, она особо одобрена в Мадхвачари Сампрадай, которая очень важна в Гауди Сампрадай. Конечно, Рамануджачарья. Арча, Вайбхав, all Рамануджа speaking. Not that approval is not there. И Рамануджачарья тоже говорит об этом, но особое одобрение этой Виграхе, Сачитананда Виграхе в Мадхва Сампрадае. И это то, на, благодаря чему Мадхвачарья принял разные вещи в этих четырех вайшнавских сампрадаях. И вот Махарадж возвращается к Майявада Татве, чтобы разоблачить их татва сиддханту. И вот майявади, они хотят, и вот они хотят показать, что Брахма, он исказился и принял какую-то форму. И вот в Шанкара Сампрадае мы можем найти, что Гурудев Шанкарачари, некий Гурупад. И вот история в том, что Гурупад явился, принял какую-то форму, и в Шанкарачари он тоже явился второй раз. Но смотрите, это доказывает, что вы говорите ложь. Майявади утверждает, что Дживатма, когда оставляет тело, она сливается с Брахмой, и сейчас вы уже стали Брахмой, когда умерли. И как возможно, что вы родились опять той же душой? Это доказательство ложности вашей философии. Вот в Шанкарачарье Сампрадае говорится, что этот Шанкарачарья, он родился второй раз во втором теле. Но это опровергает самоутверждение, основу майявады. И вот Рамануджачарья, он приводит пример. Например, есть какой-то глухой лес, и какие-то птицы чирикают там. И вот птички из зеленого цвета, тиапаки, как это так называется. И когда их стая попадает в лес, то because all dense forest is also blue,
Этот лес тоже зеленого цвета, и птички там не особо заметны. И вот Рамануджачарья говорит, это невозможно для них слиться с этим лесом. И Брахма — это Брахма, а души — это души. Они поддерживают свое отдельное существование, свою индивидуальность. Это Вишиштадвайта Вада. И Рамануджачарья говорит, Шудха Адвайта Вада. А другой говорит, Шудха Адвайта Вада. Вишну с вами говорит, Мадхвачарья говорит, Шудха Адвайта Вада. Вишну с вами говорит, Шудха Адвайта Вада. И Нимбарка Ачарья говорит, Двайта Адвайта Вада. И особые качества мы обсудили, но в гармонии это все приходит в Ачинтья-бхеде Шри Мана Махапрабху, что невозможно понять нам все, если Господь прольет на нас свою милость, Гурудев, Вайшнавы, Шрила Прабхупад, Кешав Госвами Махарадж, по их милости мы сможем понять все. Мадхвачарья, он так много оставил нам, и в этом он доказал, что Шудха Адвайта Вада никогда, в никаком времени Брахма вечно отличный, живет отлично от этого Брахма. Всегда, даже в форме мукт, когда они освобождены, они все равно отдельные Шудха Адвайта. Чистая концепция этого дуальности. Мадхвачарья говорит об этом. Мадхвачарья переговорит в пяти различных вед. Пять различных вед одобрены в их сампрадаях. Вот Махарадж перечислил. Вот Ишвара Джива, Джива, и все эти, вот Мадхвачарья, он говорит, что это все, эти все состояния, это все существует. И вот это джива-таттва, и вот во время обсуждения джива-таттвы можно взять вот эти высказывания Мадхвачарьи, Джива Госвами Пад, Балада Видьябушан, они все, кто нет, Санатан Госвами, они все выражают почтение Мадхвачарьи. Мы можем обнаружить какие-то различия там. Your separate conception from Madhvacharya, Briddhavasham. Madhvacharya. Before writing Sandarbha, и вот перед тем, как писать Сандарбхи, Джива Госвами, он вознес такую молитву, что он молился Мадхвачарье, Сиддханта Мадхвачарье, это основа всех сандарбх. И таким образом, так или иначе, Майвадана, это Шанкар Сампрадая, она никогда не может доказать, и не может существовать. И поэтому, когда Рамануджачарья Ядвачарья, он хотел вот этот, убить этого своего ученика, поскольку боялся, что много проблем привезет. Это традиция такая, что Майвади, может, они в форме вайшнавов, с тилаками, с малами, работают ачарьями, но все же они хотят убить чистых гуру вайшнавов и как-то уничтожить их.
таково их ума настроение. И видя это, можно понять, что они Майвади. Шрила Прабхупада говорил, если вы изучаете Бхагаватам Пураны, то увидите, что цель Зарасанти – убить Кришну. Это цель Камсы – убить Кришну. И это... Раван. И вот они постоянно пытаются убить Кришну. Равана, например, хочет украсть Ситу. Шакти Рама, это тоже Майвада. Какие-то Майвади хотят украсть Шакти от Господа, как-то исказить Парабраму, забрать его энергию, силу. Это тоже Майвада. А какие-то хотят убить самого Верховного Господа, чтобы никаких проблем в их деле не возникало. Это тоже Майвада. Майвада, она очень опасна. И мы должны быть очень осторожны, избегая этой Майвады. Как понять, кто такой Майвади, если мы искренне? Если мы искренне, тогда Баладев, он поможет нам через Гуру Вишнава. Он скажет, не ходите туда, идите сюда. А кто-то думает, читает, там кто-то смотрит. 100 тысяч там этих подписчиков и просмотров, как. Иногда видно, что если какая-то проститутка танцует, то подписчиков у нее миллионы, а какие-то ученые что-то публикуют, там подписчиков там сотни или тысячи. И вот, моя сила ограничена, и как я могу спасти вас? Но я уверен, что те, кто слушает Харикатху с каким-то уважением, то в тот или иной день они будут спасены. Если кто-то не верит мне или ненавидит меня, я не беспокоюсь насчет этого, но гарантировать их спасение и то, что они обретут благо, я не могу. И Шрила Прабхупада тоже говорит такую сиддханту. Иногда мы слушаем великих вайшнавов, слушаем их харикатху, но мы не можем обрести благо от слушания этого. И вот в следующий день я буду говорить об этом. И вот сегодня Махарадж вот начал писать что-то о сравнении четырех сампрадай. Но не успел закончить. И вот Махарадж хочет опубликовать это в форме книги, это сравнение философии четырех сампрадай. Какова сиддханта там Рамануджачари. Вроде все как-то похоже и отличается в то же время. И вот мы должны думать на эту тему. Если наш ум будет сконцентрирован, то мы можем стать гением. И как это сделать? Так много разумных людей, но концентрации на им не хватает. This slogan I already spoke, na? Speaking many times. What does slogan mean? Вот что значит это слога? Пантаха сантапа варгитаха анабатта самам пурве ено санто протостире ванчака кутару сири пасандра ваша патитанам бабнам го вишнам йону мону. So any question if you have? No question. Why no question? That means you are not going to understand. Yes. Someone sent this question to you in internet, and we were reading. The question is that if we have to become disidentified from any designation, there is a verse also
that we have to be, that we are not Brahmana, no Vaishya, no Shudra, nothing. But this question was why we should identify ourselves as a Gaudiya. Is to be a Gaudiya also one identification? Yeah, to be Gaudiya one identification is pure identification. Гаудием — это чистое отождествление. В этой слоке говорится, что нам не нужно идентифицировать себя с майей и с ее проявлениями. Варнашрама дхарма — это тоже часть майи, но мы должны ее поддерживаться до определенного момента, а потом оставить ее. Поэтому не столь важно, откуда мы происходим, с России, Италии или еще Америки какой-нибудь, не столь важно. Но суть в том, чтобы настолько мы успешны в приближении, как близко мы подошли к чистым Гуру Вайшнавам, поскольку из-за радиации Гуру и Вайшнавов под влиянием их энергии наш ум изменится, станет трансцендентным, и поэтому Радхарани дает такой пример. Вот в этими словами этот шлок я могу объяснить потом. И вот это отождествление, но у нас должно быть чистое отождествление, что мы Гауди, и как отождествлять себя. Вот и эти сахаджи, например, на Удипе утверждают, что они тоже Гауди следуют Махапрабху, но какой главный признак настоящего Гауди, то, что они проповедуют до последнего вздоха, чтобы никто не смог обмануть людей. Мы хотим сделать так, чтобы никто не смог обманывать людей под именем Махапрабху. Махапрабху говорит, мы должны транслировать эту абсолютную истину, чтобы люди узнавали истину без искажений. И вот искренние дживатмы, они обретут благо, таким образом нет сомнений в этом. So let them speak, so it matters little. Kisno bhajane nahi jakula vicha. Jai bhaje sei varo abhakta hincha. It is written. Not that I am from foreign country, I cannot get Krishna. Who told you? Вот кто, если мы из Запада, например, родились на Западе, то кто говорит, что Кришну мы не обретем? Kisno bhajane nahi jakula vicha. Jai bhaje sei varo abhakta hincha. Если совершать баджан, то обретем.